Всем привет, дорогие друзья, уважаемые зрители, я рад вас приветствовать, с вами Родригес, и мы продолжаем играть Gods and Glory, проходить новые, интересные, официальные уровни. И сейчас я попробую найти тот самый уровень, который мы еще не проходили. В общем-то, было прикольно. Прошли мы, по-моему, прошлый раз, раз, два, три, четыре уровня. Они были прикольные. Официально от разработчиков, ребята, эти уровни идут. То есть это не фанаты их делают, сами разрабы. Поэтому, ребят, если вам нравится данная рубрика наша по Gods and Glory, Happy Wheels 3D, то прямо сейчас ставьте лайки, и следующая серия выйдет намного-намного быстрее, если мы берем много лайков. Раздражающее испытание называется следующий наш челлендж. Эй-эй-эй, яблоко-нож. Ничего не понятно пока. Видимо, что-то нужно будет, нас, наверное, будут резать сегодня, я так думаю. Джон и Джимми у нас в главной роли. Оба, что это, чувак? Иди, ты такой. А, это как раз из мемов этих прикольных. Блин, про апельсина-то. О, вы что делаете? Вы переехали. Чувачка, который, блин, потрясно плясал. И что от меня не переехали те? Unknown in Orange. Апельсинчики. Ух ты, арбузики, апельсины. Кстати, ребят, кто любит арбузы или апельсины, пишите в чате. И какой ваш любимый фрукт? Напишите, ребят, в комментариях. Так, ножи. Да, ножи, конечно, немножечко нас подрезали. Воу! Ух ты, слушайте, если я в них резаюсь, они как-то, смотрите, распадаются. Даже специально остановлюсь. Прикол. Он не разбивается? Тихо, стой, не падай. Так, я смотрю, что мы, по-моему, Джимми потеряли уже, да? Так. Да ладно, да что ж ты будешь делать? Ну, ребята, это Gods and Glory, поэтому... О, чувак убегает? И сам падает. Убегает и отключается. Почему-то падает в обморок. Я не знаю, что с ним случилось. Он просто упал в обморок. Видимо, от трэша, который здесь происходит... Об нашем Gods and Glory. Походу будет очень весело. Я хочу добраться до точки сохранения. Мне бы очень бы этого хотелось бы. Потому что, сами понимаете, здесь мега-мега-мега хардкор проходить вот это вот все это дело. Прямо музычка веселая. Это приятно, конечно же. Веселит. Оба, есть, прошли. Нет, мертвая петля, только не это. Нет. Оу. Оу. Так, ускоряшка. А теперь куда? Да ладно, нет! Итак, вторая попытка. Идем. Ез. Так, стой. Это сохраняшка, неужели? О, ребят, это сохраняшка. Это же сохраняшка была. Так, мы упали. Но ничего страшного, сохраняшка это дело наше поправит. Так. Куда-то я улетел. Я чуть не понял, подожди. Я вообще где? Стой, почему на дыбах? А, мы перепрыгнули или не перепрыгнули? Я чуть не пойму ничего. Дай попробуем еще раз. Да, видимо, да. Перелетели. Ой, там ножи опять. О, проскочили. Проскочили. Стой. Еще одна сохраняшка, скорей. Вау. А тут что такое? А, клетки разные, посмотри. О, мы купали какую-то кислоту, мне так кажется. Так, короче, я так понял, что зеленые клетки, они не падают, а оранжевые падают. А, нет, и зеленые падают. Чё за хрень, как так? Тихо, погоди, зеленые, а может быть... Подожди, вот этот зеленый не падает, нужно запомнить, какая падает, какая не падает, что ли? Подожди, зеленые, оранжевые падают клетки, а если здесь проеду? Оба, три клетки подряд, а они не падают. Так, проезжаем здесь. Теперь куда? Направо, наверное? Нет, справа тоже все падает. То есть проезжаем прямо. А мы должны свернуть налево, налево. Значит, прямо надо запомнить маршрут. Какой веселый маршрутик, а? Есть, да, я запомнил. Дальше. Ага, так, понял. Короче, проезжаем вот сюда. А, может быть, вот эти вот товарищи наши, апельсинчики, они нам подсказывают, куда, наверное, двигаться, правильно? Наверное, может быть, направо.
Так, направо. О, нормально, проехали. Так, теперь к апельсинам. У апельсинов не падает. А я думаю, опять направо. Сорвались. Ой, блин, какой мы сложный маршрут. Мне же нужно все запомнить, куда ехать. Это непросто, ребят, это непросто. Так, вот сюда, 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 вот сюда. И, наверное, вот так вот, ребята, изи. В принципе, это было изи. Проезжаем дальше, нажим. Нажим, обычное дело. Обычное дело. Так, к ножам мы привыкшие. Тут у нас что такое? Ох ты, там был какой-то вращающийся квадрат, куб. Проехали еще на сохранёшке, друзья. Оу, чего? Нет! Слушай, кто в нас кидает какие-то кокосы? Или эти апельсины кидают нас? Вы видели, да? Тут обстреливают на всю катушку. Нам нужно двигаться очень быстро. Я попробую... А, здесь еще... Смотрите, картонный забор, его разбивает. Со временем я должен успеть проехать. Слушайте, вот это испытание. Вот это да. Ай, давай скорее. Но, нет, нет, ты застрял. А! Гони. Гони. Нет, живи. Живи, бро. Живи, обстрел жутчайший. Тихо, немножко осталось, но. Давай, ускоряйся. Погнали. Погнали, 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 но. Плиз. Е. Вот это да. И финалочка. Падаем в миксер. Получено достижение. Сколько? 653 место, что ли? Да вы чё? Да вы чё? Ну, я слишком, ребят, не торопился. Не торопился. Следующая трасса. Поехали. Испытание для... Проверьте свои силы. Сосредоточьтесь. И тогда вам тоже удастся пройти смертельное испытание. Вдохновленное видеоблогером... Куракс. Я не знаю, кто это такой, но... Вот каким-то видеоблогером. Короче, видимо, это как бы официальные разработчики добавили, наверное. Ох ты, наверное, крутой мод какой-то. Прям вообще круто. Слушайте, ладно. Здесь сакура, я вижу, какой-то у нас. Испытания самураи стоят. Видимо, это испытание будет крайне трудным, сложным. Тут нож, что ли? Подожди. Что-то лезвие какое-то. Видите, прям сразу у входа. Какие-то вазы. Выполнено очень красиво все. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп, ага. Проезжаем сюда, это нож, это ножи. Ножи. Это пока, видимо, так, разминка, я так понимаю, да? Не знаю, сможем ли мы его пройти, это испытание, или нет. Сейчас посмотрим. Проезжаем сюда, какой-то мальчишка нам встретился. О, все из ножей, посмотрите, вся карта, типа, как сказать, самурайская карта. Самурайская карта. Нам нужно просто аккуратненько проехать, никуда не торопиться. Просто проезжаем. При этом нужно еще медитировать, чтобы, раз мы находимся там в Японии, да, чтобы вот эту жесть пройти, нужно, черт возьми, быть очень-очень спокойным и сосредоточенным. Вот здесь я не понимаю, как проехать, ребята. Я не понимаю, как здесь проехать. Ну как здесь можно проехать? Ну серьезно, там финал уже. Эй, блин. Нет. Ну нет, ну как мы здесь проедем? Но проехали? О, проехали! Есть сохранение. Шикарно. О нет, опять. Опять эти ножи. Здесь нужно прямо. Нас кидают ножи. Ау, я руку отрезал. О нет, Джон Джимми. Оу. Кажется, я поймал какой-то сувенир в виде самурайского ножа прямо в пузо. Давай, давай, давай. Едь, виляй немножко. О, хорошо, проехали. Так, забираем самурайские мечи с собой в теле, вывозим. Воу! Воу! Батя, короче, сейчас совсем распластался. Окей, давай, здесь на скорости надо. Здесь на скорости и нужно очень точно. Ну, нормально, руку потеряли, ничего страшного, в принципе. До свадьбы отрастет новое, правильно? Проезжаем сюда. Ох ты, опять зацепился. Зацепился напрочь. Так, наверху кто-то танцует, ну, посмотрите, там кто-то танцует. Не, ну прикольная карта. Очень интересная. О, там стекло было. Разбили стекло, проезжаем. Поверху, видимо, можно было и снизу как-то проехать. Там снизу какой-то другой путь был. Круто. Тихо, 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 ну зачем вы на дубы встаете? Но! На, нет, нет! Ай, они сгорели.
Вернее, не сгорели, а расплавились, так скажем. Разбиваем стекла. Ну, прикольная тематика такая, прямо японская сакура, различные там драконы я вижу. А, я думаю, что это все-таки Япония. Как вы думаете, ребят, это же Япония же, правильно? Так, что-то они у нас на дыбы встают. Есть сохранение. Ой, хорошо как, а? Так, спокойно. Слишком рановато стартанули, нужно было немножко подождать. Давай вот, например, вот так. А теперь куда? А теперь вот здесь. Ох ты, как перевалились-то, а? Слушайте, вот это да. Вот какой-то куб такой прикольный был. А сейчас, а здесь как? И сейчас вот здесь вот так. Слушайте, ну вот прям топовый уровень, я вам скажу. Очень красивый, очень такой интересный. Здесь такие задачки прямо, которые прям нужно вот допетрить, как это что проходить. Ну, в принципе, не особо-то это долго и... Проходить это не сложно, так скажем, да, но вот тут нужно определенную точность. Дали, ребята, и прошли, получили достижение. Катана мастер. Мы это сделали, проходим дальше. Сумасшедшая арена славы заполнена водой и опасными ловушками. Все ради нашумевшего испытания, вдохновленного видеоблогером H2O. Готовы к прохождению экстремальной трассы. Так, это по-моему меня там что ли метили, я чуть не пойму. А, ладно. Опа, что это было такое? Подожди. Эй, мы упали сразу же. Я не сдвинулся с места даже. Блин, какой трэш. Погнали. Давай. Немножко доехали. Вот это испытание. Не успеем, наверное, опять. На последних, да. Там, если мы не успеваешь, то, наверное, сразу трэш. Нужно вот прям вот... Прям вот как-то... Вот, наверное, вот как-то так. Да. Отлично. Проскочили сохранение. Еще одно сохранение. Красота. Четкий музончик. Оу, Мишка! Был заминированный маленький Паддингтон. Это же Паддингтон. Ребят, кто смотрел Паддингтона? Напишите в комментариях, кто знает, кто такой Паддингтон. И почему он сегодня был заминированный. Я не понимаю, почему кидают нам Паддингтонов каких-то, блин! Что тут за лютый трэш? Что? Что происходит вообще? Короче, тут крутящиеся какие-то у нас платформы. Крутящиеся платформы и кидают нам медведей. Липких при том, они липкие. Плюшевые медведи. Плюши и Паддингтоны, плюши и Винни-Пухи, они к нам прилепляются и не дают нам ходу вообще никакого. Здесь что? Куда ехать? Нет! Нормально! Проскочили! Ой, боже ты мой! Офигеть! Что за жесть? Что за испытание-то? Я не понимаю, ребят, я честно говоря, вот сейчас я не понял, как я это смог вообще пройти. Мне просто реально... Они заминированы! Обалдеть. Так, это нужно настолько аккуратно проехать, чтобы ни одного Паддингтона у нас не рванул. Да я чуть-чуть его зацепил, да вы что? А, может быть, есть какие-то заминированные, а может быть, какие-то не заминированные. Вот я что думаю. То есть, короче, здесь мы проезжаем, наверное, здесь все окей. Видите, они падают. И здесь тоже падает нормально. Может быть, по центру проедем? Нормально. Значит, есть какие-то заминированные, какие-то нет. Тут у нас что? Тут их лучше вообще всех объезжать, я думаю. Эй, что? Что там такое? Что за грохот? А, у нас кидают медведей, а я понял. Они разбивают стекла. Эй, давай, 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 скорей, скорей. Скорей, бро! Смотрите, медведь, у него глаза какие-то сердечки или чего у него там глазами, я не знаю. Красные, короче, глаза. Неплохо видно. Не знаю... Есть, проскочили, еще одного медведя нам прицепили. Но мы едем. Несмотря ни на что. Тут какие-то лазерные лучи. Что творится? Что происходит? Зрители кругом, кстати. Очень много. Есть! Сохраняшка. Обратите внимание, сколько зрителей здесь сидит. Здесь прям стадионище. И музончик такой веселенький. Эй, 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 держись!
Мясо. Что за вода здесь? Я не знаю. Стадион наполнен какой-то кислотой внизу. Если ты падаешь, тебя, ну, как бы сразу, как бы... она разъедает, делает свое дело. Так, медведи, стоять. Тут чувак вот танцует. Ай, блин! Обалдеть. Да ты что? Да как это пройти-то? Вообще не понимаю. Вот как это пройти? Это же нужно прям... Прям даже... Там еще какой-то тип танцует, я не пойму. Он... Эй, отойди лучше! Ах ты, из-за него! Представляете, он прям под колеса прыгает. Он танцует, короче, прям под колеса вот этот... Товарищ прыгает. Да ладно, Мишка, ну что ж ты прицепился-то к нам? Короче, Guts and Glory, ребят. Одно слово. Даже два, да. Словосочетание такое вот. Это у нас мега-хардкор, поэтому, друзья, поддерживайте лайкосиками. Ваши лайки реально очень сильно меня поддерживают. И поддерживают, в принципе, разработчиков. Видите, да, что они для нас все-таки стараются, делают для нас очень интересные вещи. И финал! Прекраснейший финиш, нам говорят, получено достижение Deliverance. Вот это да, ребята, вот это было серьезно, я вам скажу, да, это было серьезно. Так, а сколько у нас получается еще уровней? У нас... это я сколько прошел? Мы прошли 3 уровня. Да, 3 уровня прошли. И оставим напоследок невозможное испытание. Подождите, мы его прошли или нет? Нет, мы его, кстати, не прошли, ребят. Невозможное испытание, это у нас будет последнее. Если нравится вам Guts and Glory, сходите узнать, что будет в финале, какой будет трэшевый уровень, видимо, будет очень-очень сложный уровень, то обязательно ставьте прямо сейчас лайк. А если наберем много лайков, обязательно выйдет следующая серия Guts and Glory намного-намного быстрее. Ребята, обязательно подпишитесь на YouTube-канал, заходите ко мне в группу ВКонтакте. Друзья, в группе ВКонтакте все новости по поводу стримов, различных видосов и так далее. Все вы там узнаете, группа ВКонтакте находится в описании. Жду вас на своих стримах на моем Twitch-канале. У нас регулярные стримы, практически каждый день идут стримы на Твиче. Мы там общаемся с нашими зрителями, с нашими подписчиками, с фанатами. Играем во многие игры. С вами был Родригес. Всем удачи, успеха и пока-пока!